Всем привет, ребята, с вами Денис и канал Игровой Калейдоскоп. Сегодня мы начинаем с вами проходить абсолютно новую игрушку, которая вышла вот-вот на днях, а буквально вчера, под названием Tempest, что в переводе означает «буря». Я устраивал опрос в группе о том, стоит ли нам делать игры про корабли на канале. И, как показал опрос, результаты опроса не дали результатов. Ответы были абсолютно равны. И я не стал, в общем-то, не стал упускать возможность попробовать показать на канале игру про корабли. Давайте, значит, так. Если игра не понравится, просто пишите в комментариях. И я не буду продолжать ее проходить. Если же понравится, то пишите, что да, да, давай, продолжай, мы будем проходить. Интересная игра туда-сюда. Ну, в общем, поняли, да? И, в общем, я в игру еще не играл. Ну, она новая. Она, кстати, русифицирована. В Стиме стоит по акции сейчас 250 рублей. Вот. Если кому понравится, можете приобрести. Ну что, погнали. Загрузка. В жестоком бою неведомая тварь потопила мой старый корабль, Генриетту. Надеюсь, мои старые друзья еще живы. Надо поскорее их найти и начать поиски следует на острове Жанетты. Принять. Так, у нас дата 26 октября 1783 года. Ага, нифига себе, 18 век. Круто. Так, ладно, мы начинаем на острове Жанетта. И чего? Сразу вступать в бой, что ли? На нас напали пираты? Ну давай, давай, давай. Так, значит, мы управляем кораблем. А где подсказки-то? Как управлять кораблем? Подожди, я не понял. Используя кнопки влево-вправо... чего? Они очень быстрые, подсказки, я не успеваю. Во, можно отдалять камеру, можно приближать. В общем-то, у нас кораблик какой-то тут нам уже дали. Во, смотрите, подсвечиваются лучи. Это, судя по всему, направление орудий. Так, а как тут скорость? Ну, можно уменьшить? Нифига нельзя как-то. А, во-во-во. Если нажимать на S, то корабль притормаживает. Если на W, то увеличивает скорость. Так, правой кнопкой мыши можно вертеть. Так, на нас нападают пираты, как я понимаю, да? Давайте попробуем. Как по ним стрелять? Для атаки удерживайте врага в области прицеливания несколько секунд. Да, давай, как стрелять? Как стрелять? Я не понял. Как стрелять-то, ё-моё? Как стрелять? Левая кнопка мыши не работает. Как? Нифига не понимаю. Так, сейчас нас нафиг потопят. А, во, мы выстрелили. А как это получилось, я так и не понял на самом деле. О, так их двое, ё-моё. Сейчас нас потопят. Так, давай. Почему мы не стреляем? Я не понимаю. Ну, а если shift нажать? Shift, нифига. На левую кнопку мыши. О, левая кнопка мыши, да, мы выстрелили, мы потопили чертов корабль, кедрени фини нафиг. О, еще и врезались. Так, наша задача еще потопить второй корабль. Вот, это пират, иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю, плыви, я же тебя на абордаж возьму. Ну-ка, на, получи. Получи, давай, стреляй, давай. Ну. Так, самое главное, о, обязательно собирайте добычу с потопленных кораблей. Продажа трофеев — это ваш главный источник дохода. Погнали собирать трофеи. Я вижу там какой-то вроде сундук, или нет? Или мне показалось? Так, ну-ка. Вот, да-да-да, что-то мы взяли. 67 монет, 11 ядер, 2 бочки с бухлом. Так, круто. Чё, куда дальше плыть? Куда дальше? Блин, подсказки нифига не толковые, хочу вам сказать, и очень быстрые. Плыть куда, я не знаю. Вот это что такое? Ускорить что-то? Во, можно ускорить. А, можно нажать на победу. Да, все, мы, короче, победили. Вражеских кораблей потопили 2 штуки, уничтожили 2 штуки. Получено опыта 2, использовано ядер 54. Судя по опыту, здесь, наверное, будут уровни. Отлично. Так, дальше куда? Вот сюда, что ли, да? То есть мы продолжаем с вами путь с острова... Нет, 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 нет. С острова Жанетты мы доплыли вот до сюда. А можно и сюда плыть. Во! Остров Амелия. Так, наша задача-то какая? Найти пропавших друзей, которых... я забыл уже. Ладно. Давай, плыви сюда. Так, ну давай. Ну чё, я не пойму. Чё надо сделать-то? Так, ну-ка. Давай вот подплывай к этому. Во! Мы оказались в порту какого-то города.
Амелия, по-моему, у вас в трюме есть немного ценностей, продайте их для получения прибыли, ведь это главный источник добычи. Хорошо, давай зайдем в трюм. У нас что-то тут 250 из 500, это, походу, дело ядра, что ли, да? 50% это я не знаю, что такое. Вот это что такое? Так, ну чё? Чё это такое? Трюм, магазин. Ядра. Нет, ядра мы не будем продавать. Вот. У нас есть медикаменты, что ли, это? Или что такое? Лекарства. Используются для лечения раненых. Нет, мне это нужно. Вот, вино. Цена с перепродажи 48. Давай продадим. А почему 7? А, 7 бочек, что ли? О, да, продаем. В маленьких городах склад не предусмотрен. Ну, это вообще к чему? Что-то я не понял. Ладно, выходим отсюда. Так, ну чё? Магазин зайдем? Чё за фигня? Ядра можно покупать, да? Нет, нам пока ничего не надо. Выходим отсюда. И чё, мы можем здесь управлять, что ли? Это чё такое? Чтобы улучшить команду, перетяните экипаж на область обучения. При этом тратятся очки опыта, которые вы накопили за сражение. Ладно, давай сюда. Так, это наш, походу, дело экипаж. А что такое 1, 2, 3, 4, 5, я не знаю. Команда у нас 16 из 16. Во, какой-то знак восклицания здесь есть. Ну-ка, давай посмотрим. А, вот, текущее задание. Верные друзья. Давай почитаем. Отправиться на остров Жанетты, возможно, старый Рик там. Вы получите награду за выполнение. Чем мы получим? Боцмана получим. Скорость плюс 1, прочность плюс 60, броня парус плюс 1. Со старым Риком мы знакомы с детства. Он был боцманом у моего отца. Сам он по жизни не путевый, но свое дело знает. Он будет верным мне до самого конца. Короче, я понял, друзья. Не надо было мне сейчас сюда плыть. Нужно было оставаться на том острове, около которого мы потопили пиратов. В общем, да. Наверное, да. Эффективность 92%. А кого перетягивать? А почему вот именно его? Почему вот не его? Цифра 1 означает что, уровень или что? Ну давай, так, эффективность 0. Вот эти показатели что значит? Требуемый показатель эффективности рассчитывается из установленных на корабле парусов, пистолетов и пушек. Если пистолетов нет, абордажной команды не нужно, и эффективность не подсчитывается. Текущий показатель эффективности зависит от опытности и количества вашей команды. Например, у вас могут быть самые мощные пушки, но если команда неопытна или ее количество недостаточно, то показатель низкой эффективности будет негативно влиять на время прицеливания и перезарядки в бою. Низкая эффективность парусов уменьшает скорость передвижения и скорость открытия парусов, а низкая эффективность абордажной команды уменьшает урон и увеличивает перезаряд при абордаже. Хорошо, у нас есть 5 очков опыта, давайте мы улучшим с вами вот этого салагу. Эффективность плюс 7, прочность плюс 5. Да, у нас эффективность, короче, вообще 0%. Давайте эффективность улучшать в любом случае. Так, это... Не, погоди. Вот это что такое? Вот это что такое? Вот это... У нас 3 разные эффективности. А, верхняя это паруса. Средняя это экипаж команды. А нижняя это стрелки. Нам нужно с вами увеличить эффективность самой команды. Салагу давай улучшим. До 2 уровня. Так, еще можно вот моряка улучшить. Давай моряка улучшать. Отлично. Можно еще... А куда он делся-то? Куда он делся-то? Не понял нифига. Нифига, короче, я не понял. Но они, наверное, потом обучатся, что ли, да? Так, теперь нам нужно вернуться на карту, я так понимаю. А как это сделать? Во, поплыли, короче, на тот остров, где мы были изначально. Вот, давай, давай, плыви. Во, на нас опять напали, давай попробуем. Вступить в бой. Хорошо. Блин, сразу 3, офигели, что ли? Ладно, ща мы тебе покажем, где раки зимуют, ё-моё. Давай. На! Нет, я не понял, они сами, по ходу дела, стреляют. То есть я ничего не должен нажимать. Они сами стреляют. Наш корабль, я имею в виду. Так, тихо, тихонько. Так, давай в него. Давай, давай, давай его. Его надо удерживать, в общем-то, вот в этом радиусе, чтобы попасть. Ну и чё? У нас перезарядка идет больно долгая.
Сколько еще ждать-то? А, во-во, левый борт перезаряжается. Я вон увидел, отлично. Давай-давай, стреляй. Вот. Бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух. Отлично, мы потопили, друзья. Один корабль. А, вон их еще сколько, черт подери. У нас еще и перезарядка, нам нужно разворачиваться срочно. Пока этот гад нас просто не расстрелял. Во, у нас перезарядка прошла, отлично. Давай, 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 давай. Ну. Так, обходим его. Нет, он сейчас нас, короче, раздавит. Нам нужно повернуться на правый борт. Вот. Давай, стреляй. Стреляй, давай. Давай, ну стреляй по нему. Стреляйте, говорю. Сейчас, короче, нас, друзья, потопят нафиг. К чертям собачьим. Все, у нас уже дырки, вон я вижу. У нас замедлен корабль. Все, мы тонем. Все, короче, мы потонули. Что-то слишком, конечно, их много было. Вражеских кораблей 3, получено ранение 2, потеря команды 1, использовано ядер 90. Вы потеряли значительную часть ценного груза, часть пиастров и, возможно, некоторые артефакты. Ладно. Я думаю, что они могут... Вот сколько здесь их? Я хрен его знает. Ну, давай попробуем еще раз. Сколько вас здесь? Где они? Сколько их здесь? Так, я вижу... Как минимум 3. Давай сразу в него стрелять попробуем. Ну-ка. Давай. Давай, давай, ну. Давай. Давай. Отлично. То, что надо, друзья. Разворачиваемся теперь правым бортом к нему. Давай, 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 давай. Ну давай, 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 давай. Давай. Ну давай. Вот, сейчас будет правый борт. Сейчас мы ему дадим угля. На! Получи! Самое главное, не давать ему развернуться к нам бортом. Так, давай, поворачивай. Поворачивай левую сторону. Давай. Сейчас мы его потопим, друзья. Вот, 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 вот. Он как раз у нас на мушке. Получи! Блин, половину ядер, короче, мимо. Поворачиваемся на правый борт. Оу. Лишь бы не попал только. Ну? Давай. Давай. Отлично. Ну? Сколько ему еще? Блин, какие они живучие-то, падла, а? Пираты хреновы. Сейчас я вам устрою. Так, нам, я думаю, пушки надо какие-нибудь прикупить посерьезнее. Давай. Давай, бомби его нафиг. Да ё-моё. Что-то очень, конечно, сложно, друзья, на самом деле. Давай. Давай по нему. Бомби. Ну. Блин, нифига. Нифига. У нас ни на корме, короче, нету пушек. Ни сзади нет пушек. Так, давай сразу двоих. Сразу двоих. Блин, а у нас ядер, короче, прикинь, нету больше. Так, давай, давай, быстрее, другие. Вот такие ядра давай. Блин, у нас перезарядка. Плывем, короче, плывем. Нам хотя бы один корабль нужно потопить обязательно. По-любому, потому что... потому что они нас просто массой раздавят. Вот затем поплыли. Куда поплыл? Сука, сбежал, а? Скотина. Ну, он понял, что пахнет горелым. Давай теперь этот раздавим нафиг. Стреляй по нему. Давай. Давай, 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 давай. Отлично. Отлично, мы ему засадили. У него команда померла чуть-чуть. Так, левым бортом. Давай, давай. Ну. Входи в радиус поражения, давай. Давай. Ну. Да ёх, Макарёк, давай. Отлично. Так, у нас и эти ядра закончились. Да что ж ты будешь делать-то, а? Да, поплываем нафиг от них. Пока у нас идет перезарядка, мы от них должны просто уплыть. Сейчас пока разворачиваемся, как раз будет перезарядка полная. Блин, очень долго перезаряжается. Так, подплываем ближе. Давайте, 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 салаги. Давай! Отлично! Мы ему паруса подфигачили. Так, теперь на правый борт.
Да, ну, прикольная игрушка, хочу вам сказать, друзья. Ну-ка. Ну, давай. Ты как раз находишься в радиусе поражения, давай. Давай, давай, давай. Вот так. Ну чё, всосал? Всосал пороха? Будешь знать, как нападать на меня, нафиг. Так, иди сюда. Куда ты почесал? Иди сюда. Пускай пока тот в стороне, он, походу, дело встал на якорь там. Вон тот, пират Чепушила. Так, давай. Ну давай, давай, давай. Вот, походу дела, когда вот показывают вот так близко, значит, у нас хороший выстрел получился. Опа, опачки, сейчас мы, короче, вообще встрянем по полной программе, друзья. Ну, мы, походу дела, увернулись. А, нет, у нас команда уже все, нету, по-моему, минус один. Всю нашу команду, короче, расстреляли к чертям собачьим. И это плохо, на самом деле. Блин, а у них-то еще вон целые полоски. Блин, сложно. Сложно на самом деле. Так, ну-ка давай еще раз. Поближе, поближе подплываем к нему. Поближе. Ну-ка. Давай. Ядра закончились. Да черт, у нас осталось 11 ядер, короче. Если... если, в общем-то, у нас закончатся все боеприпасы, я думаю, что терять нам наш корабль еще раз. Так, давай. Бомби его нафиг. Все, короче, у нас пусто. Как теперь свалить отсюда? Как свалить отсюда? Так, мы встали на якорь. Нет, давай, давай, плыви. Как теперь удрать от них? Сколько тут надо все время ядра закупать, короче? Ох, нифига себе они дали. Нифига себе они влупили. Как удрать отсюда? Да плыви давай. Че, мы на якоре стоим, что ли? Да нет, не должны. Так-то. Давай, друзья, как его, уплывем нафиг отсюда, потому что все. Ну, бесполезняк. У нас перезарядка. Во, сбежать. Все, бежим нафиг отсюда. Использованных ядер, вон, 250 штук практически. Ладно, поплыли скорей вот сюда, на остров. Помочь нападающему, атаковать всех, помочь обороне, покинуть. Не, нам, короче, не до вас, друзья, потому что у нас ядра нафиг закончились, и мы ничего сделать не сможем. Давай в город заплывать. Так, нам нужно что сделать? Продавать нам нечего. Давайте попробуем отремонтироваться. Оснащение корабля. О, везде все закрыто. Тебе что такое? Тебе что такое? Не знаю. Значит, не то. Тоже не то. Так, во. Письмо какое-то. Как я предполагал, старый Рик ждал меня в таверне. Мы встречаемся там каждый раз, когда наши пути расходятся. Он говорит, что его брат Джек отправился искать меня на остров Луиза и Амелия. Думаю, его стоит догнать. Вы получили боцмана. Круто. Круто, друзья. Так, добавить, добрать салак. Добрали салак. Как зайти нам теперь? Ты что такое? Оборудование артефактов. Кстати, тут артефакты какие-то можно находить, что ли? Они, наверное, будут прибавлять какие-нибудь примочки, да, к кораблю. А это что такое? Декоративное оформление. Нифига себе. Ну-ка, давай посмотрим. И чего? Прикинь, да, флаги можно менять. Вот это что за шлем с рогами? Прикольно. Ну-ка, а что еще есть? Давай вот такой возьмем. И еще можно оформление. Давай посмотрим, что есть. Ну-ка. Да фиг знает, ничем не отличается. Давай оставим, как было. Так, хорошо. Вот это закрыто. Что-то такое, я не знаю, что это такое. Беглянка. Переоснащение доступно только в крупных портах. Ладно, ладно. Так, что у нас тут по... Так, раненых два. Как их вылечить теперь? Два раненых. Я не знаю, как их можно вылечить, я не знаю. Не знаю. Так, во, нам же и надо купить эти ядра. Где-то, может, 1000 штук. Или больше. Вот, ядра. Давай купим с тобой, значит, что мы купим? Давай мы с тобой купим и вот этих купим. Это прикинь, одно ядро, что ли, стоит?
Одна монета или чё? Купить. Или 500 штук сразу. Ох, это ржавый урон, короче, 10 по корпусу. Дальность 10, вес 0,02, ценность при продаже. Не, я не хочу покупать, погоди. А эти? Урон по парусам 10. Дальность 9. Вот, это самое круче, короче, ржавые ядра. Давай их, в общем-то, и купим. А больше нельзя купить никак? Сколько там нам еще можно? А нельзя, что ли, поменьше-то купить? Что за фигня? Почему только по 500, что ли, покупать можно? Ладно, купили. Купили. Во, у нас медикаменты, кстати, есть. А как их можно использовать? Надо вылечить раненых-то. Как-то же можно их вылечить? Вот. У нас же есть раненые. Раненый Юнга. У нас же есть аптечки. Обновленное задание. Отправиться на остров Луиза и Амелия. Брат Рика где-то там. Блин, как вылечить? А вот это что такое еще? А, сюда можно кого-то поставить, что ли? Ну-ка. Что за фигня это? Я не знаю, что это такое. Как, блин, лечить-то их? Со старым... А, во! Его можно... Вот эти вот товарищи, которые к нам добавляются, которые имеют фотографии, судя по всему, они будут как-то влиять конкретно на корабль, будут добавлять характеристики. Ну, это потому что такие персонажи как бы главные, да, они связаны по сюжету. В общем, как-то так. Хорошо. Давай его сюда используем. Отлично. Отлично. Во! В таверну еще можно входить. Ну-ка. А, его можно перемещать, что ли, или еще, или что? Так, а как, блин? Так, погоди. О, в таверну можно зайти? Ну-ка, давай зайдем в таверну. А, здесь, наверное, их нанимать можно. Блин, как их лечить? Я не пойму. Куда я его дел? Фу ты, черт подери. Ладно, давай его сюда тогда. Блин, нельзя его. Наверх. Короче, прикинь, мы убрали, по ходу дела, куда-то раненого. Блин, как лечить, я не знаю. Думаю, что потом расскажут. Все, погнали. Погнали на остров Амелия. Там будем искать, помочь обороне, помочь нападающему. Давай, короче, помочь им, поможем. Обороне, уничтожим нафиг пиратов. Может, что-нибудь с них и получим. Что такое плюс 10? Ну-ка. Репутация, что ли, тут еще можно? Не, надо было наоборот, я хочу стать пиратом. Да, надо было стать пиратом, короче. В следующий раз я обязательно не буду помогать. Я буду за пиратов. Пиратам еще интереснее, согласитесь, потому что можно... Чего ты тут на меня? Ты дурак, что ли? Пиратами же можно красть. Чего ты за мной плывешь, ты дебил? Не понимаю. Так, давай, давай по нему быстрее. Быстрее, быстрее. Сука. Так, быстро, быстро разворачиваемся. Во, потопили один корабль. Давай возьмем у него что-нибудь там. Какие-то он им бросил артефакты или что там. Ну-ка, давай посмотрим. Во, мы что, мы взяли золото, взяли бочки. Давай по нему стреляй. Да, блин, и что ты мешаешься мне тут? Давай плыви отсюда. Так, давай вот сюда, на этого. Давай, 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 давай. Отлично, мы ему чуть-чуть люлей не давали. Разворачиваемся нафиг. Вон к тому плывем. Враг сбежал, ах ты скотина. Кстати, смотрите, как нас покоцало. Серьезно, причем. Ладно. Давай. Стреляй по нему. Отлично. Сейчас он все сдохнет. Сейчас мы его потопим. Давай, иди сюда, иди к маме. Иди к мамочке, давай. Давай, давай. Все, сдохни, падла.
Так, мы можем что-то ускорить. Мы можем подобрать. А подобрать что такое? Плюс 51. А, можно не подплывать, да? Можно просто подбирать, я так понимаю. Ну все, отлично. Мы победили, друзья. Мы получили, значит, мы уничтожили два корабля. Сбежал один. Союзных кораблей 3, уничтожен один. Получен опыт 2, получили ранения. И ядер мы с вами использовали, блин, 100 штук. Офигеть. Ладно. О, что такое, смотри. Открылась какая-то... А, можно просто в открытом море, что ли, получается? А нельзя ли случайно просто плыть? Нет, нифига нельзя. Все, пошли, короче, в город. Вот мы в городе. В общем-то. И нам нужно в таверну, что ли, зайти. Нам также можно еще... Блин, я хочу вылечить, короче, прикинь. Я не знаю. Но нужно по-любому вылечить. Давай тогда обучать будем. Кого будем обучать? Давай обучим вот этого. И еще обучим... нет, он второго уровня уже. Давай обучим вот этого. А, опыта... не хватает очков опыта. А смотри, когда, короче, вот так подводишь, внизу стрелка, полоска, видишь? А если вот так? Нет, очков опыта недостаточно, это плохо. Блин, как его вылечить-то, а? Вот еще одного. А куда он делся? Он потом, что ли, вернется, когда научится или что? Ладно, я не совсем еще понимаю. Так, ядра нам, короче, не купишь. А в трюме у нас что-нибудь есть? Вот, надо продать. Продаем бочки. У нас теперь есть деньги на ядра. Давай покупать ядра. Вот эти ядра нормальные, которые мы использовали. Давай еще купим. Отлично. Так, ну чё? Тут нам надо... поискать этого. Брата Рика. А что-то тут никак. Нет. Так, ой. Ой-ой-ой, нет, не туда. Игровой прогресс еще. Открытая территория 16%. Статистика есть, короче, прикинь. Прикольно. Отношение фракции к вам. Пираты у нас минус 35. Я думаю, что нам нужно к пиратам присоединяться. Смотри, сколько здесь фракций. Это репутация. Вы дальнобойный охотник, который старается не сближаться с добычей. В результате ваших многочисленных триумфов враги думают, будто ваши ядра сами находят их, попадают точно в цель. Так оно и есть. Большой опыт в дальнобойности дает вам огромный бонус меткости для атак издалека. Меткость у нас добавилась, я не знаю, как она добавилась, каким образом. Пугливый заяц. Вас знают как противника, который старается всеми средствами избежать прямого столкновения. И теперь, пока враги смеются над вами, вы успеваете поймать попутный ветер. Скорость плюс 5, маневренность плюс 2. Прикольно. Вот это вот используется для лечения. Ну, а почему никак не используется? Это заметки о легендах. Ну, здесь нет нифига. Куда нам дальше по сюжету двигаться? А, вон, остров Амелия. Нам как раз туда и нужно. Давай. Помочь. Рейд пирата. Давай помогать пиратам будем. Я хочу стать пиратом здесь, действительно. Оу, сколько вас тут, ё-моё! Давай его! Давай! Получи! Всосал? Ты всосал? Блин, друзья, нас вон расстреливают, как, а? Погляди, что творится-то? Все, пипец. Короче, нам пипец. Давай вблизи его, в упор стреляем нафиг. Или этого. Сука. Иди сюда. Я думаю, что нам, короче, не выжить с вами. Нас, в общем-то, потопили, друзья. Пипец, это сложно на самом деле. Это сложно. А, ладно, еще ранение получили. А, сохраняться хоть здесь как? В общем-то, вот такая вот игрушка, друзья. Я не знаю, как вам, но я думаю, что поиграть в нее можно. Если вам она понравилась, пишите в комментариях, мол, давай, продолжай, будем смотреть продолжение. Если же вы не хотите это смотреть, хорошо, я не буду это дальше записывать. Я поиграю за кадром, так, для себя.
И уже в следующее воскресенье мы с вами будем смотреть другую новинку, как всегда. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш паблик. С вами был Денис. Всем пока.